Несколько слов о ситуации с ливийским химическим оружием. Эта проблема не нова, то есть проблема сохранности этого химоружия на территории Ливии. В марте нынешнего года в ходе сессии исполнительного совета организации по запрещению химического оружия была распространена информация о пропаже с объекта по хранению химоружия Рувага емкости с прекурсором Зумана. Кроме того, в августе данный объект на некоторое время переходил под контроль боевиков. Эти сообщения, разумеется, не могут не вызывать серьезной обеспокоенности, тем более, что боевики в Ливии проявляют все большую активность по всей территории этой страны. Напомню, что данную острую тему затронул в своем выступлении на сессии Генеральной Ассамблеи ООН 27 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров, подчеркнув, в частности, что проблема бесконтрольных ливийских химических арсеналов слишком серьезная, чтобы закрывать на нее глаза. В этой связи был заявлен призыв генеральному секретарю ООН проявить ответственность в этом вопросе. Международному сообществу необходимо получить полную и объективную информацию о состоянии химических арсеналов в Ливии. На основе такой информации надо будет принимать решение об оптимальных схемах и формах и способах уничтожения этих арсеналов. Мы ожидаем, что подробный, обстоятельный, профессиональный обмен мнениями состоится уже в ходе текущей сессии исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия, которая проходит в эти дни в Гааге.